Ребят, всем здравствуйте. Сейчас мы с вами посмотрим ответ на такой вопрос. Какие события недели меня ожидают? Да? События недели. Что будет у вас в течение ближайшей недели? Что вас ждет? Вот сейчас я разложу в 4 позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Выбирайте каждую свою позицию. Первая, вторая, третья, четвертая. 4 позиции событий предстоящей недели. Первая позиция. Здесь вы будете завершать какой-то очень тяжелый для вас момент. Здесь что-то будет тяжелое, то, что уже давно длится, уже пришло к своему завершению, что-то тянется такое, знаете, то, что давно-давно уже тяжело вам это тянуть, и вот этот вот момент надо завершить. Он у вас на этой неделе, в ближайшей неделе завершится. То есть вы примете решение его завершить. То, что приносило вам много боли, много неудобств, дискомфорта, вот. То, что причиняет вам боль, вы это завершаете, этот момент. И дальше вот этот вот, то, что причиняло вам очень много боли, да, вы очень много думали, очень много у вас мыслей было, и негативных, и страхов было, да, но вы этот период заканчиваете, да, и вы идете уже совершенно новое, вы становитесь человеком, который обретает свою внутреннюю силу. Вы обретаете внутреннюю силу, вы воспользуетесь шансом, у вас будет какой-то шанс, что-то такое, какой-то подарок, возможность какая-то, и вы этим воспользуетесь. Понимаете? У вас внутренний стержень появляется, вы знаете, чего вы хотите. Если это касается работы, то вы будете заниматься любимым делом, вы будете гореть вот этим, вам будет это очень нравиться, и вы будете медленно, но верно продвигаться к своей цели. Возможно, вы хотите что-то такого материального, понимаете, вы будете двигаться именно к этому, к тому, чему вы хотите. Если это связано с работой, то здесь у вас, возможно, возможность заработка будет. Вот, вы стараетесь деньги не тратить на этой неделе. Ну, у вас есть возможность, да, потратить деньги, купить что-то, что вы давно очень хотели. Вот, но только смотрите аккуратно, тратьте только на то, что вам действительно необходимо. Это вам принесет радость, потому что вы захотите потратить деньги еще на что-то такое, просто потому что вот вы хотите купить себе это, давно хотели, да? Но, возможно, вам это не так уж и надо, то есть будет дома лежать. Поэтому смотрите внимательно на траты денег, старайтесь покупать то, что действительно вам необходимо. Вот. Если в любви, то в любви будут развиваться отношения, здесь заканчивается какой-то тяжелый для вас период, какие-то отношения, возможно, вы заканчиваете, выходите с определенным опытом, вы будете знать, чего вы хотите действительно от отношений, вы научитесь беречь то, что у вас есть, и научитесь видеть тот шанс, который вам будет предоставлять судьба. Вот. Так что такие события недели, у вас предстоит и совет вам. Совет, уходите, вот тут заканчивайте и уходите, да, уходите от того, что приносит вам боль, идите в новое, не бойтесь, вы какой-то в новый период жизни начинается, вы идите и знаете, что там вас ждет только все самое хорошее, вот, старое оставляйте позади, новый этап, новый период у вас начинается, более хороший, плодотворный, счастливый, такой вот. Расклад для первой позиции. Спасибо, первая позиция. Так, мы теперь смотрим вторую позицию. События предстоящей недели. Что вас ожидает? Здесь у вас ожидает какое-то, что-то такое случится, да, в течение вот этой ближайшей недели, что повлияет на вашу судьбу. Вот, хорошо или плохо повлияет, неизвестно. Сейчас посмотрим. Здесь будет какое-то событие случиться, да, когда вот вам нужно будет отстаивать свои интересы, бороться с вашими соперниками, да. Вы будете отстаивать свои интересы и ждать результата, тот, который, к которому вы давно шли, к которому вы стремились, то, над чем вы работали. Вот, вы будете ждать прибыли, результата, отдачи.
И свои позиции вы будете отстаивать очень сильно, вы будете их беречь, вы не захотите выходить из своих границ, у вас будут определенные какие-то границы, да, вот что-то такое есть, что вы не собираетесь покидать, вам там комфортно, вы свои накопления копите, никому стараетесь не отдавать, не тратить, не занимать, вот вы будете беречь то, что вы с трудом заработали, вот. Будете это ценить и беречь, потому что вам достается это большим трудом. Вот. Так что здесь будете ждать плоды. Если это отношение касается, то вы тоже будете бороться за свое, отстаивать свое и ждать отдачи, чтобы вас оценили, будете беречь то, что у вас есть. Возможно, вы не будете как-то расширять свои границы, вы пока будете в ограничениях каких-то. Возможно, вам на данный период это и нужно. Вот. Совет вам. Совет вам, двигайтесь вперед, идите к своей цели. Вы должны видеть свою цель. У вас должна быть какая-то конкретная цель. Вот когда вы видите свою цель, и вы идете к ней, вот вам нужно идти именно к своей цели. Не так, что я не знаю, чего хочу, куда пойду, что делать, да. У вас должна быть цель, к которой вы идете, и ничто вас не остановит. Вот если это касается любви, то здесь человек будет завоевывать свою женщину или мужчину, будет такое желание завоевать, вот, страсть в отношениях. И если насчет работы, то здесь или творческого потенциала, или что-то такого, чего вы хотите достичь, какая-то цель у вас должна быть. И цель должна быть реальная, то, чего вы очень хотите. И вот к этой цели, вот совет вам, вот у вас должна быть цель, и идите к своей цели. Не останавливайтесь, идите, стремитесь, бегите именно в сторону своей цели. И тогда вы достигнете того, чего вы хотите. Главная цель. Вот. Такая была вторая позиция. Спасибо вторым позициям, двоечкам. Так, третья позиция смотрим. Третья позиция. Так, события предстоящей недели, что вас ожидает здесь? Вы будете искать какую-то информацию, вы будете заниматься поиском какой-то важной для вас информации. Вам не хватает какой-то информации для чего-то. Возможно, для документов. Вы там оформляете, может быть, какие-то документы, куда-то переезжаете, что-то делаете, какие-то, что-то продаете, покупаете или узнаете. В общем, здесь какой-то поиск информации. У вас эта неделя будет занимать поиск информации. Эта информация будет касаться каких-то приобретений, какой-то цели, того, чего вы хотите, ваших желаний. Возможно, вы хотите... Здесь информация может касаться того, вот, что вы хотите двигаться вперед, понимаете? Вы хотите двигаться к тому, что в душе вот у вас что-то горит такое, что вы что-то хотите, вы хотите этого достичь, вы хотите... Это может быть что-то материальное, это может быть куда-то поехать, что-то купить, знаете, чего-то достичь в развитии, в работе, какая-то цель... такая, что ее можно потрогать, понимаете, что что-то купить, что-то получить, что-то такое вот. И вы будете искать информацию именно вот насчет вот этого вот. Насчет денег это может касаться, насчет, если это касается и поиск информации насчет отношений, да, то вы будете искать информацию для того, чтобы сберечь то, что у вас есть, чтобы никуда это не отпустить, какая-то женщина, возможно, здесь, или мужчина, да, чтобы найти подход, и вот здесь есть страсть, здесь есть желание овладеть, то есть вот этим человеком, получить этого человека, физически с ним наслаждаться и его присутствием, да, вот здесь такое вот, если в отношениях. Если в работе, то здесь информация тоже, как получить деньги, как получить именно тот проект, который я хочу, да, как получить именно ту работу, которую я хочу, именно там, где мне будет хорошо, где я буду заниматься, развиваться, буду двигаться, понимаете, это движение к своей цели. Вы ищете информацию, будете заниматься поиском информации, чтобы достичь той цели, к которой вы стремитесь. Совет вам. Так,
совет вам. Не рубите с плеча, не ссорьтесь, понимаете? Не ссорьтесь с людьми, с которыми вам потом придется, может быть, дальше идти. Здесь какая-то хитрость, возможно. Совет, то, что вам, возможно, нужно будет схитрить. Схитрить насчет чего-то такого материального или насчет денег. Что-то схитрить здесь придется. Чтобы обойти конкурентов, понимаете? Чтобы обойти конкурентов, возможно, что вам нужно ту информацию или тот ваш козырь в рукаве, да, не показывать соперникам, противникам, то есть какую-то информацию утаить, понимаете? Тут хитрость как-то вот надо, вот так как вот проявить хитрость, что-то не рассказывать, лишнее не болтать, вот. Здесь так, да. И не торопиться потихоньку, ну, не знаю, тут как-то насчет разговоров, вот не торопиться насчет разговоров, насчет того, чтобы все всем выболтать и рассказать все свои планы, насчет этого не торопиться. Насчет реализации своей цели, пожалуйста, вы можете двигаться вперед, можете торопиться, если у вас план, там все разработано, но насчет того, чтобы рассказать, вот это вот лучше не надо, лучше не рассказывайте, вот. Здесь такая третья позиция. Спасибо, троечки. Четвертая позиция. Какие события в предстоящей неделе, да, у вас будут? Ну, здесь на предстоящей неделе у вас просто будет что-то такое молниеносное, движение, поездки, общение. Что-то такое быстрое будет происходить. Так, эти события, которые будут происходить у вас быстро и молниеносно, да, они касаются... Здесь вот чего-то такого стабильного, что-то такого теплого, возможно, это касается какой-то женщины, возможно, вы будете общаться с женщиной, и вам будет приносить это общение очень приятные чувства, очень общение такое приятное, вы будете получать позитивные эмоции, да, здесь какой-то будет шанс, возможность, если это женщина, то у вас появится шанс, понимаете, стать такой, развить свои способности, приумножить то, что у вас есть, перейти на новый уровень, шанс появится такой, вот, знаете, стать, этот, повысить свой статус, то есть женщина, она может познакомиться с мужчиной, она может, у женщины могут появиться свидания приятные такие, романтические свидания. Это будет очень ей нравиться. Вот если будет вас пригласят на свидание, то не отказывайтесь, какой-то шанс это вам даст. То есть вы оттуда какой-то опыт получите, для чего-то вам это нужно. Если это мужчина, да, то у него появится шанс какой-то, возможность встретить женщину, которая будет закрывать все его потребности, которая в его мыслях будет именно та, о которой он мечтал, с которой можно создать семью, надежная такая, вот, которая может воспитывать детей, и вы бы хотели от нее детей. Женщина, ну, у женщины, кстати, женщины, а мужчина, сейчас закончу, еще мужчине будет очень нравиться с ней общаться, это будет такая романтика, избыток чувств, зацепит она вас очень сильно. Вот, а и у женщин еще хочу сказать, что у тех, кто хотел забеременеть, у женщин появится очень хороший шанс забеременеть. Очень-очень большой, хороший шанс. Да. И тут, возможно, даже девочка может родиться. Но это еще не точно, потому, ну, но шанс забеременеть очень даже большой есть. Вот. Романтика, отношения, о вас будут заботиться. Здесь как-то все про отношения. Если это касается работы, смотрите, здесь какие-то будут молниеносные быстрые события. Здесь по работе, возможно, вам какой-то шанс предоставится изменить свое материальное положение, свой статус на работе. Возможно, возможно, повышение у вас может, ну, такую вот возможность предоставится, что вас могут повысить или предложить. Вам могут предложить просто повышение, прибавку могут предложить. И вам это предложение очень понравится. Оно будет для вас очень привлекательное. Совет вам. Совет, посмотрите на все с другой стороны, подождите немножко, не торопитесь. Вам здесь нужно будет подумать очень хорошенько, и ради того, чтобы получить вот это вот что-то, да, то вам, здесь вам нужно будет пожертвовать чем-то. Совет такой, что подумайте, чем вы можете пожертвовать, вот, потому что здесь
Возможно, вам нужно пожертвовать своей свободой, своими какими-то принципами, да, такими, что, например, ну, если вы встретите другую свою половинку, да, какую-то вот, то вам придется пожертвовать чем-то таким своим, к чему вы привыкли. Спокойным вечерам, да, потому что мужчине придется прислушиваться там к женщине, ну, он не будет там с друзьями куда-то может не пойти, она может, да, ему сказать, то, что давай придем вместе там, да. Ну вот кто-то, если по работе, то тоже здесь возможно, что вам придется пожертвовать своим временем, если повышение, то это возможно и больше обязанностей, больше ответственности. И вам придется пожертвовать вот этой спокойной жизнью, когда вы жили и ни о чем не думали, да? А вам тут обязанности больше навалили, и теперь как бы у вас начинает болеть голова, что как же это все сделать, все вовремя, все успеть. И, возможно, даже придется дополнительно работать, да? Ну, как бы вам придется пожертвовать своим временем. То есть здесь совет такой, что здесь вам как бы нужно посмотреть на все с другой стороны, подумать хорошенько, и вот здесь какая-то жертва, жертвенность, чем-то вот вам, возможно, придется пожертвовать. Вот. Нужно ли вам это делать, да, вот это жертвование, да? Но если вы примете решение чем-то пожертвовать, да, то вы в ощущениях, в эмоциональных ощущениях вы будете довольны. Какое решение бы вы ни приняли, вы будете довольны. Вы примете то решение, которое вот вы будете руководствоваться своим сердцем, своими эмоциями. Вот. И старайтесь отказаться от зависимости от своих. То есть принимайте решение, не основываясь ни на каких зависимостях, пожалуйста, с холодной головой. Вот, здесь такой получился расклад для четверочек. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Желаю вам отличной недели. Всем пока!